134 серия турецкого сериала «Основание Осман» показывает встречу главного героя с Якупом. Между мужчинами до сих пор очень напряженная атмосфера, и сотрудничество дается им крайне тяжело. Идет подготовка ко взятию новой крепости. Это означает, что впереди героев ждет множество сложных и кровопролитных битв, в которых не избежать потерь. Каждый, кто сейчас находится там, прекрасно это понимает. И они готовы идти в бой за будущее своего народа и за своего великого правителя Османа. Происходят стычки с христианами, в которых проливается много крови неверных. Все земли, в которых живут турки, это земли жестокие, по их мнению. Пытаясь искоренить противную им верну, они погибают на чужой земле. Султану присягают на верность. На его стороне оказывается все больше верных ему людей. Малхун Хатун тоже готова делать все для помощи своему мужу из тыла. У нее тоже есть свои планы и желания. Осману приносят не самые радостные новости. Ему приходится согласиться на некоторые условия, которые поставил Якуп, как бы сильно Осман этого не хотел. Чтобы не пропустить последние новости и новинки серии «Основание Осман», не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео.